Дорогие коллеги, рад всех видеть. Позвольте представить вам нового руководителя пресс-службы нашего Минздрава, Дмитрия Андреевича Краснопольского. Прошу любить. Я идиотка. Ну, не сгущайся, Даша. Констатируй факт. Совсем сошла с ума. Рассказывай все первому встречному. Арина Михайловна, давайте так. В сквере я общался с совершенно незнакомой женщиной. И ни вы, ни я ее не знаю. Если надо, если вы хотите поговорить, то я всегда готов послушать. Да нет, что-то не тянет. Я и помолчать тоже готов. Хватит. Ты выбираешь только тех, да, кто Лена платит, Михайловна. Чего все ради. Андрей, другой на кровати, и ты с другим, мечтая о моих объятиях. Я насчет помолчать. На грани разрыва ты полюбила, любила и забыла, в чем сила. Деньги путают разум, берут все разум, и на куски словно пазл. Мы словно не мы, актеры, жизнь театр. И как я люблю, не скажешь даже матом. Обещала детей, вместо этого ссоры. Я не люблю больше свет, задвиньте шторы. Не передать словами, как это чувство глушит. Ты хочешь быть моей, и это тебя душит. Кто ты? Скажи. Не выходи! У вас есть 2 минуты, чтобы подписать. Посмотрите, я все равно у вас на столе, я жду фото. Да как я это сделал? Ты дурак! Или где я продаю? Делай, что сделал. Вот Андрей твой. Он мент. Я на 5. Всем группам захватывать и готовить первый посмотреть.